Раз, кисточку там не моем, не промакиваем, только маканим, берем жидкость для разрезания. Там формат квадратный, у нас прямоугольный, будем втискиваться в прямоугольный. Жидкую сметану, белил, кинуть на пол. Она не будет видна, то есть, ну, вот такую жидкую сметану нашвырять на пол. Хорошо? Слякотный раздел. Давай. Она уже, чем наша, поэтому сразу будешь иметь в виду. Делаем вид, что у тебя вот это и того формата. Потом мы раздвинемся. Но, чтобы мы вписали красиво фигуру, лучше мы сразу себе подчеркнем. Да? И точно уже знаем, что нам нужно вписаться в серединочку. Пятна нашвырять. Вот то, что видишь, просто нашвырять пятна. Количество краски такое, чтобы мастихину было что давить. То есть сейчас вот здесь... Там голубоватый, внизу коричневатый, там грязно-голубоватый, тут грязно-коричневатый, красноватый и так далее. Давай. То есть пока ее не пересчитать все пятна, да. Розовый. Головочка у нас чуть со смещением от центра. Вот сюда. Вот она. Вот ее волосики. Вот ее темное пятно в центре. Смотри, я пока как к пятну к ней отношусь. Вот эта линия чуть со смещением влево, вот она. Чуть со смещением вот таким здесь. Чуть со смещением вот таким здесь. Штрих по форме задаст настроение цилиндров сразу. Сразу цилиндров задаст. Логично? То есть нарастить все пятна, которые участвуют. Вот они. Вот они. Вот они пятна наши. Ты посмотри. Как скульптор, да? Нарубил, 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 нарубил. А вот этот... Вот эта угадывательность, она уже сразу как миленько. Ну и смотри, середины. Середины для тебя актуальны. Далеко зашла за середину. Рука устремилась к середине. А это чуть ниже. Давай. Не хватило темности сюда почему-то. Там темности. Здесь светлости. Набираем, набираем, набираем. Что касается темного вот этого каркасика, возьмем. Еще не кружево такое. Вот, я же про него. Да. Когда ты наберешь подкладку, наберешь подкладку, которая там краснит и прочее, ты будешь брать коричневый, розовый, получится темнявый цвет. И вот этим вот цветиком будешь создавать идею . Это прикольно? Смотри, какая она правдоподобненькая. Можно плюс синьку немножко использовать, но чтобы синька не синила, чтобы она сиреневила. Вот она. Начнешь набирать. Красный, коричневый. Всю темноту, всю полноту темноты. Смотри, голова нависает над плечом. Не в плечах сидит, а нависает над плечом. Согласна? Вот эти вещи стараемся разглядывать. Вот она,
И тогда смотри, какие там хорошо это голове. Правда? Да. Сюда свет хорошенький, ярченький. Там где-то тенечки. Чтобы она буквально слилась кое-где с фоновым пятном. Слилась прямо по тональности своей. Наоборот, где-то светлости подсунуть. Можно и вот тряпкой вот такие действия совершать. Тоже очень удобно и прикольно. Вот они. Хорошо? Давай. Давим сразу же идею закругленности. А здесь идею тоже вот туда закругленности, за ногу. Uh-huh. Глухую чернявинку. Смотри, как там глухая чернявинка здорово сидит. Uh-huh. И наоборот, краснявинка здорово между ножичек там. Как бы обращает на себя внимание. Вот это краснявинка, да? Угу. Свою. Так. Странные пятна. Странные. Нам нужны более крупные штриховочки. Это полосочки. Угу. А нам нужны подштриховочки. Такой немножечко геометричный характер подштриховок. Чуть геометричный. Уже сильно волосато. Вот так как-то делалось. Вот так. Не так. Лучше геометрично. Тем более, что там явно геометрично. Хорошо? Уложить. Здесь тоже уложить. Здесь уложить. Красный вкусно положила, идеально положила. Бордовизны не хватает, да? Там есть еще и бордовенькость некоторая. Чуть-чуть, да? Вот ее. Беленького не хватает. Правда, как сразу с ним понаряднего? Прикольно? Угу. И жестко, и размазанно, все вместе красиво. Глубокие, темные. Дальше после этого пошла грудная клетка. Рука не показывает присутствие грудной клетки. То есть чуть-чуть дальше. То есть грудная клетка пошла в спину. Вот та часть пошла в спину. А эта, которая была, она не пошла в спину. Угу. То есть прибавить сюда, подвинуть эту и расширить ручечку. Угу. Так, личико хочется увидеть хотя бы попыточку. Хорошо? Ну, еще так вздыхаешь, как будто там что-то невиданно сложное. Ты тут вроде рисовала. А, рисовала уже? Да? То так. Потом закрасила все, думаю, все. Вот эти красоты, как это их. Они с ними, смотри, как
хорошо. Их же можно и вот так на касаниях. Смотри, какие касания появляются. Сюда потом личечко. И обязательно заметь, что лобик нависает над, заходит даже за плечико. Хорошо? Ну там какой-нибудь тоненькой кисточкой что-нибудь можешь по рисунку обозначить. Там есть некоторые прочерченности. Причем вот так вот положила, а потом еще и адаптировала в среду. Адаптировала в среду. Хорошо? То есть не, так не оставила эту проволочку, а ее немножко адаптировала в среду. Давай так. А еще с кистью вот это помогите немножко. Ну ты сначала доразберись сама, а потом, если ну, что. Игорь, один вопрос. Надо. Смотри, все-таки там же должна быть выпуклость. Смотри, там такой жест, там нет прорисовки, там жест. Вот нужно попытаться было добиться идеи жеста. Идеи членения, а не, это не шланг, у тебя был шланг, а это угловатое. Мало того, смотри, вот эти дымы, где она пропадает, тоже, ну, шланг. Шланг. Причем еще такое маленькое. Маленький шланг. Смотри, я позволил вырваться на за пределы. Ты поняла юмор? Угу. То есть пару звуков, не вырисовывочка, а пару звучиков.
О, губки сделала, как сейчас модно. Гелила котяная. Так, Лешечки не хватает. Чуть раньше начинается заворот. Теневое уходит. Хорошо? Добавишь здесь теневое. И здесь добавишь теневое. Ладно? Угу. Так. А, пардон. Сейчас исправлюсь. Ну и там чуть-чуть еще каких-то звучиков. Потом то же самое там сделаешь, хорошо? Ну, вот такое, под самый край. И две завязочки там еще. Симпатичные завязочки. Ну или я не знаю, что там говорить. Вместе. На белые две полосочки. Пусть будет. Красивый, я не знаю, когда я начну рисовать.
там были вплоту бумаги. Сосочек сейчас на месте. Ну да. Вот такой, чтобы вот свет был поправлен. Ну да. Ну, я не знаю, куда я рисую. Ну, наверное, ароматический подбор. Сейчас я дозочки подбору. Тогда из 7-6 игр не посчитала. Одну я наваяла дома. Но если бы я ее сюда принесла, Игорь бы записал. Ну, очень устала ее, ладно? Ничего, попробуйте меня, пожалуйста. Давайте. Не сработало. Вот она геометричность. Посмотри, как она уместна и хороша. Правда? Ты понимаешь, геометрично. Зря начала мазюкать. Там как раз так, там прикол именно в этой чистенькости волос. Вы знаете, вот у нее тут щечка просвечивается, я же хотела тут вот светлый сделать. Как-то ну, так, чуть-чуть. Много хочешь, а там надо сейчас устраивать целую ну, переписку. Надо. Хотя бы чуть-чуть волос сюда как-то добавить. Мостик один какой-нибудь. Да? А было чуть-чуть ярче жидкий или не надо? Не надо. Там у нее вообще нет. Да? Тут сосочек должен быть ярким. Ну да. Ой, а что же у нас главное там нарисовано? Я... Утемнение. Чуть-чуть. Логично? Угу. А то как-то без этого утемнения непонятно. А вот здесь коленку тоже. Никак. Даже, по-моему, еще не вижу. Ну так, на шрамбок. Все, не хочу. Что хотим? Оставить так вот это все пускай, да? Не, ну светика чуть-чуть подложу. Чуть-чуть светика сюда. А вот коленку как вот мне? Или не надо вот эту коленку? Ну, он не заморачивался, и ты не заморачивался. Светик чуть-чуть сюда, ну здесь я уже положу. Что еще надо сделать? Все, да? Да. Вот